8 июля Чувашия примет участников международного ралли «Шелковый путь». Оно стартует в Москве, а завершится в Китае. В Чебоксарах гонщики остановятся на ночлег. Последние организационные моменты обсудили сегодня руководители столицы и организаторы. Россия, Казахстан, Китай. За две недели участники «Шелкового пути» преодолеют на грузовиках и внедорожниках 10 тысяч километров. Ралли стартует 7 июля с Красной площади в Москве, а уже 8 июля экипажи будут в Чувашии. В Ядринском районе проложен первый этап ралли, специальный участок гонки в 61 километр. После его прохождения участники направятся в столицу республики, где примут участие в праздничной программе на Красной площади, а затем переедут на ночевку на территорию Чебоксарского авиаклуба. В данном месте, где мы сейчас располагаемся, будет находиться бивуак. Это место стоянки. Общее количество автомобилей, которое будет здесь, это 150 автомобилей гоночных, которые на сегодня заявились на участие в ралли, и порядка 250 машин обслуживания. Территория для размещения гостей должна соответствовать международным стандартам, отметил глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков. Город должен выглядеть достойно. Мы сегодня обсуждаем вопросы размещения, питания, ночлега гостей на территории аэроклуба. На сегодняшний день, на данном этапе, нас устраивает отношение города к нашему проекту. Довольно-таки позитивное настроение, понимание наших проблем, ну, оказание содействия. То есть мы довольны на данном этапе. Что касается передвижения по трассе между Ядриным и Чебоксарами, то перекрывать ее для проезда участников ралли не будут. Ольга Пырочкина, Расиль Мухаметов, Республика.